Сейчас собаки кончались. Там стопудово опять ежик приперся. Как он достал, блядь. Ой, господи. И матюкаться не хочется. Сейчас. Закроемся. Ну точно. Вот что ты сюда приперся? О, сидит теперь с умным видом. Я тебе сейчас выпущу на свободу. Как ты зашел сюда? Пугает, пугает. Шипит. Сейчас. Вот мне больше делать нечего, как тебя упускать. Иди. Иди, говорю. Вперед. И нефиг сюда просачиваться. Иди. Вот и не пишите мне, что ты его не угостила. Разносчик клещей. Бешенства и всего остального. Да, мне как бы мои собачки дороже. Так что пойдет ежик своей ночной дорожкой. Да, да, ты вот хотел, иди. Иди, иди, мне не надо таких гостей. Иди. Фых-фых-фых, иди, носик, покажи свой и иди. Угу, ласки-бусинки. Все, уходи, уходи. Давай, давай. И не приходи к нам, бумеранг долбанный. Уходи. Во-во-во, молодца. Вот еще мне чудовище ходячее. Для тех, кто не в теме, объясняю. Значит, нельзя, чтобы собаки общались с ежиками. Ежики, разносчики, в первую очередь бешенство. От бешенства умирают любые животные, это раз. А также таксоплазмоз, хламидиоз и много чего других интересных вещей. Это все переносят ежики. Это самая заразная штука, да, во вселенной. Поэтому диких ежей трогать, гладить, да, целоваться, обниматься нельзя. И тем более нельзя, чтобы собаки их трогали, обнюхивали и так далее. Да, Рейка? Давай лапки, мои хорошие. Вот они меня позвали, я пришла, выгнала его нафиг. Все. Да, вот соседи, небось, думали, что мы тут лаем, на кого, блин. А они, говорит, зовут, иди, хозяйка, ежика тут приперло. Да, вот он нам сивишкам нужен, да. Вот прямо только ежика не хватало для полного хиппи-энда. Угу.